Из комнаты Гедора, да? Целый день. 12 часов, свадьбу, да? Идем на свадьбу. Да. Ребята, 12 часов, это первый день. Завтра предстоит также 12 часов, так что мы сегодня выживаем. Кстати, у тебя, Паш, тоже завтра параллельно, да, со мной свадьба? Да, с тобой параллельно. Плохо, что не с тобой. Да, потому что мы там угораем. Питерские штуки у нас там всякие разные. Там жизнь собаковода, допустим. Как подготовка к свадьбе идет? 3,5 часа сна. Ага. Ну и в принципе нормально. Еще меньше стало. Я на Крисе просто. Ты же учил мне с ним. А моя на Крисе. А что, не на Крисе? Чем кого говорили? Там, где нас нет? Нет свадьбы, нет нас. А, нет свадьбы, нет нас. Как он? И может быть есть свадьба, а нас нет? Здравствуйте, Алексей. Наконец-то меня увидели. Это тот человек, который снимает постоянно. Все на видео. Вот моя аппаратура. Познакомьтесь. Олег. Да. Вот это Олег. Олег. Вы, девчонки, встаньте туда. Да. Ты нас выкуп, да? А вы скажите нам, когда нам начинать? А мы уже готовы начинать. Мы готовы начинать. Все готовы. Жених, иди к нам. Даже если отразили, меня, я скажу, да иди ты, у меня теперь семья. Если первая любовь позвонит, моля о встрече. Еще надо, посильнее вдыхай, у тебя легкие, то нормальные, наверное. Ребята, здравствуйте, как все прошло? Отлично, мы все выиграли вообще и отдали очень мало денег. Самое главное. Почем? Почем? Ты почем? Под бананами. Ребята, ребята, коллективу не надо. Вы пока больше вам. Ребятки, чтобы жилося, пилося, хотелось и моглось для мужчины. Но это наш обычный персонаж, он уже в третьей серии мальчик, постоянно. А где слово Костя? А еще один. Я не видел. Что ж не хлопнули-то? Я ожидал. Я не ожидал, что он так не смог. Какая свадьба по счету? У меня, я только пришел, пока бумаги возьму. Оттягивай. Стаж большой. Сколько я говорю, я уже лет 15 его здесь наблюдаю, по-моему. Ну не 15, ладно, но как ЗАГС открылся, да, здесь еще почти молодой был. Как сейчас помню. Да ну ради бога. Вы же работаете. Ребята, вы за 7-800 проживете? Да, конечно. Легко. Машина. Это вы можете легко. Это вам на 2 дня. А мне полмесяца жить за 7-800. Слушай, ну судя по тому, что ты всегда здесь под градусом находишься, ну, видимо, на самом деле зарплата не такая. Я не под совершенно. Если раз в день покушаю, ты меня... Машина. Слушай, у меня очки запотели от того разговора с тобой, а ты говоришь... А я понимаю. Так о чем мы? Непонятная история с этим персонажем. Вот это автобус, что ли? Слышишь? Такое ощущение, как мы на финку собрались. Ехать. У нас же не столько много. Паш, погнали. Вот здесь свободно. А если назад? Я думаю, как-то будем снимать. Да. Давай, Павел. Павел, червячок. Вот, Оля. Вот, бонус. Девчонки, как свадьба вообще проходит? Отлично? Отлично. Здорово. Супер? Вообще супер. Мы рады. Но вы не впервые на свадьбе? Нет, мы уже давно. Часто? А, нет, повторю. Отлично. У нас много разведенок. Кто? Одна. Кто? Где? Кто здесь разведенок? Кто? Приехали мы. Куда мы приехали? Пашка. Куда мы, братуха, приехали? Куда нас занесло? Я не могу. Сходится, кредилась на свадьбе.
в таком месте находимся. Саня, доставай шашки, нафиг. Он сейчас будет сетку ставить долго, потому что когда туда что-нибудь попадет. Тут как раз все озеро можно сразу, одной большой ламбочкой. Смотри, там он уже по плавки висят, там все. Так, подожди, а рыбу захватили? Пойдем просто. А где рыба? Мертвая она будет после того, как мы ее захватим. Рыбачь. Оля, а ты приобними как-нибудь. Грузила подними, чтобы хоть поплавок стоял, а что лежит-то? Или подальше кинь, там поглубже. Находимся на винтах. Открытая местность, ветер. Титаник. Красивое место. Очень. Ой, пойдешь? Что это? Непонятно. Что сделал? Огонь! Ты смотри-ка, а? Ты куда попадаешь? У тебя образование, да, инженер? Инженер-строитель, да. Обращайтесь, проектирование, обследование, любые виды работ. Обследование. Ну, еще пофоткать могу. Ну, вот чем, собственно, и занимаемся сейчас. В данное время мы находимся на колесе обозрения. А некоторые говорят обозрение, обозрение. Прикинь, друг, у меня есть такое же. Нормально. Да. Подписывайся. Как боевое? Заведение называется Гларус. 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 Причем здесь Асберг, господи, я перепутался. Слушай, скажи мне, боевой настрой как у тебя? Отличнейший боевой настрой. Собрались шикарные люди, все чего-то ждут, фотографируются, едят, зачем-то суетятся, находятся в ожидании молодожёна. Че за пацан, а? Пацанина. Да я на видео снял. А че тут вещают? Хотим, чтобы это он что-то сказал. Он говорит, Кеша. Легкий зоопарк? Суббота, ребята, отдыхаем, устали как... Устали, но взбодрились резко. Короче, сидим, поем, и к нам небольшое пополнение. Как настроение сейчас? Отлично! Подряд. Атмосфера как в клубе, знаете, круто. Отлично! Петь будете? Да нет, я сейчас посвящу просто. Вы будете петь? Не будем, парни поют. Парни поют, да? Парни поют, да? Парни плохо поют. Парни нормально поют. Парни не поют.
Так я не понял, а в честь чего такие, такой праздник у нас все будет? Я говорю, концерт Настину честь. Я всегда сам наливал, слышишь? Ты никогда не наливал. Я тебя в гости, ну налей. Винище, помни винище. Винище, я тебя купил. Взорвал мажор, сгорел мажор, просто сгорел. Конец мероприятия, свадьба, тире мажор, все, едем домой спать.